Дякуємо, що ви прокинулись сьогодні з нами, що довіряєте нам, адже найважливіша, найкорисніша інформація тільки для наших улюблених глядачів каналу «Житомир». Продовжуємо в цій студії зустрічати гостей. До нас сьогодні завітала, як ми і анонсували, Марина Бочковська. Це волонтерка та засновниця благодійного фонду «Марімаш». І будемо спілкуватися про організацію відпочинку для дітей з малозабезпечених родин. Ну, про що ж влітку говорити, як не про відпочинку? Тому що зараз в такому стані пандемії та кризи в країні і в світі в цілому, говорити про відпочинок – це, знаєте, якось так дуже велика розкіш, але все ж таки, начебто літо, і хочеться планувати відпочинок для родини, для дітей. А як же планувати відпочинок для дітей, які перебувають у скрутному становищі, родини яких є малозабезпеченими? Зараз спробуємо у цьому розібратися і поговоримо із Мариною Бочковською. Доброго вам ранку! Багато наговорила. Хочу запитати, скільки ви вже займаєтесь саме волонтерством та що вас, скажімо так, надихнуло створити благодійний фонд? Займаюся я вже 6 років. Вибачте, я буду на російській мові, мені так зручно буде. 6 років я займаюся цим. Я допомагаю людям, допомагаю малоімущим, но благотворительный фонд создала только в этом году. Вот буквально даже 25 числа у нас уже зарегистрирован фонд. Друзья уже просто меня подтолкнули к тому, что вот надо, потому что вот ты работаешь, ты делаешь колоссальную работу, ты вот значимый человек, почему ты до сих пор не фонд? И вот они даже мне помогли сделать все документы. Они мне вот все принесли, дали в руки, только иди регистрируйся. Иди делай, ну сколько можно, я уже хочешь. Добре мати таких друзів. А багато хто вважає, що волонтери – це ті люди, які саме допомагають іншому, яких в житті самих все в шоколаді, немає зовсім ніяких там матеріальних, можливо, проблем. І от людина просто має зайвий час і таке бажання, і йде допомагати. От ви сказали, що ви вже займаєтесь 6 років цією справою. 6-й год. То скажіть, як вперше ви розпочали волонтерську діяльність? Хто, можливо, вас надихнув, чи яка ситуація створилася? І яким чином взагалі люди стають волонтерами? Внутреннее состояние. Но, во-первых, у каждой девочки есть очень много вещей лишних в шкафу. И приходит такой момент, когда ты решаешь, либо ты их вынесешь на мусор, либо ты просто их кому-то отдашь. И вот когда у меня насобиралось просто огромное количество пакетов с вещами, и я начала искать, какие есть интернаты или, может, какие-то там еще для бездомных, может, какие-то приюты рядом со мной, где я живу. И оказалось, что у меня через дорогу есть интернат. И мы эти все вещи занесли туда. Мне показалось этого мало, потому что мы принесли только вещи, но не пришли со сладостями. То есть на следующей неделе мы уже организовали сугубо там покупку сладостей. А это возможно взять свои вещи, привезти и их заберут? Конечно. В интернате, конечно. А любой интернат? Человек. У нас интернатов очень много в городе. То есть человек, который ищет, он может просто прописать в гугле «Житомир интернаты» или «Житомир приюты» для бездомных. Даже в больницу, просто больница на Шевченко или еще какая-то, туда берут деток. Там есть такие пункты, куда можно приехать и сдать, например, эти вещи? В больницах есть детки на передержке с интернатов, с детских домов, их там держат. Вещи там нужны, но не всегда они их берут в таком количестве. То есть, если у вас есть, лучше передать их либо волонтерам, найти волонтеров. Опять же, такие благотворительные фонды, они все отдают именно малоимущим лично в руки. Все, что приносится, это все и передается именно туда. А ви сказали, що саме малозабезпечені родини. А скільки таких от родин у нас в Житомирі, ви знаєте? І здебільшого, яка складається така життєва ситуація, що ось родини в такому скрутному стані? Учитывать сколько, это можно только по... Вот мы развозили продуктовые наборы, да, по городу. В момент, это был март месяц, как раз пик, вот, когда все только началось, мы в первый месяц развезли 800 семей продуктами.
именно такие вот малоимущие, которым действительно надо было, и сказать, что вот сколько их, ну, их достаточно много, очень много, просто кто-то не может даже принять тот статус, что вот у него нету хлеба. Мы приходим... Как вы про них дізнаєтесь? Люди говорят, соседи, которые с ними живут, которые там пересекаются где-то с ними. Есть также достаточно успешные люди, которые вот живут, и они говорят, а по-моему, вот у них вот такая вот ситуация. Но сами они не могут туда пойти по разным причинам. Может, там у них ну, статус їх не дозволяє. Вони дзвонять нам, і, а нам как бы, вообще можливо, можна. Зневірились, не вірять, що хтось їм може допомогти. Такі люди... Коли, наприклад, така ситуація, і родина дійсно перебуває в скруті, дітей потрібно кожного дня годувати, зараз карантин, не табори не працюють, нікуди не можна дітей так пристроїти, аби хоча б полегшити трошечки ці такі домашні господарські справи. От, яким чином до вас достукатись? Де вас шукати? Я есть в Фейсбуке, у меня страница Марина Мариш, а также благодейный фонд Маримаш, можно туда обращаться. Также мы организовываем для таких деток рисование, кружки рисования. На улицах мы организовываем, это стадион «Спартак», у нас проходит там обучение оказания первой помощи с Красным Крестом. То есть мы берем группу людей, деток там до 14-15 лет, и проводим с ними обучение. Были маленькие совсем, там года 3, по-моему, самый маленький возраст был. Дуже цікаву корисну справу робити, адже я бачила декілька разів, що от від Червоного Хреста люди просто прогулювались Михайлівською і надавали певні якісь консультації людям там з приводу того, наприклад, якщо от зараз літо, там, наприклад, дитина захлинулася, яку першу допомогу потрібно так надати. Вот это все, це дуже важливо. Так як ці люди, вони компетентні в цьому, вони і проводять цей урок, а ми слідимо просто за порядком, щоб все було добре, щоб дітки не розбігалися, тому що педагог тоже тяжело вот это все рассказать и показать на всех. Зараз все-таки в нас тема йде з приводу того, де ж відпочиватимуть цьогоріч та взагалі чи відпочиватимуть діти із малозабезпечених родин. Що ви скажете? Чи буде якийсь шанс? Дуже сподіваємося. Ми об'явили збір якраз таки на... Це буде всього 6 сімей, тобто 6 мамочок, і у кожної з них є там по 5 дітей, 5-6. Дві мамочки мають, у одної двоє дітей, у одної троє. Ну, тобто, их вот в куче, если взять, то есть всего 6 семей, и у них 30. Они сами, да, воспитывают детей, и их семьи крайне бедные, потому что, ну, понятное дело, детей много, она одна, с ними справиться очень трудно, и помощи не от кого ждать. Вот, и мы хотим все-таки поехать с ними, отвезти их на море. Но так как мы начали сбор, а он так туго идет, никто не верит в то, что ну надо такое. Я вспоминаю свое детство, когда мы были, я не знаю, там мои друзья рассказывали, что у них детство проходило вообще, они там на масло сахар сыпали, и это их не было там сладости, да, на тот период. Ихняя там поездка, ну, самая крутая поездка, это в село к бабушке была. Ну, то есть вот все, что они помнят из детства. И, ну, хорошо, мне повезло с родителями, у меня отец был военным, мы были и в Германии, и в других странах. Но есть же другие. Я вот вспоминаю свое детство, и я вижу этих детей вот сейчас, когда карантин, когда школы закрыты, садики закрыты, это все на этих мамочек. И мы уже понемногу разгружаем, вот школы разгружаем вот этими всякими занятиями, чтобы дети хоть были заняты какой-то там, пусть час-два, ей будет достаточно что-то дома сделать. Вот, но все равно этого не хватает. И вот мы решили сделать такую акцию только для того, чтобы они запомнили что-то из своего детства. Пусть у них там, какое бы тяжелое ни было жизнь, но этот момент они будут помнить всю жизнь. Они даже будут взрослыми, они его будут вспоминать и говорить, вот мы, а вот мы, а вот я первый. Вот все помнят свой первый раз на море, когда приехал. Я уверена, любой человек помнит, как он приехал на море. Я хочу, чтобы у этих детей было такое же, вот такие воспоминания.
Так, це дійсно дуже класна, крута ідея прагнути до того, аби дійсно зробити когось іншого щасливим. Тому що дійсно момент, коли дитина потрапляє на морське узбережжя і, можливо, вперше бачить море, ну це просто вау. Це... Емоції. Ці емоції, вони, мені здається, будуть і у самих дітей та матусі, і, а саме і у вас, тому що ви мали змогу зробити це. І я хочу закликати всіх, хто має змогу приєднатися, там, допомогти, хто чим зможе. Це просто ну, якийсь маленький такий вклад зробити і знати, що хтось завдяки вам поїде на море. Це... Даже чашечка кофе. Откажитесь от нее просто в этой чашечке кофе, и у вас будет возможность помочь. Знати. И да, поважати себе, до речі. Да, и когда мы будем выставлять фото, мы же будем снимать там видео, как они это делают, это же будут ваши также эмоции, как и этих детей. Скільки ж потрібно коштів, аби дійсно завести ці родини на море? Ми вважали, що нам аренда автобуса, аренда жилья і питання, там все стане в 20 тисяч гривень. Mm-hmm. Вот. Но поки у нас тільки є 4 300. Так, ну ще сезон тільки розпочинається, да. Тому не будемо поспішати, бо будемо сподіватися, що сьогодні глядачі, які нас дивляться, вони, знаєте, вони люблять робити добро і отримувати від того насолоду. Ви сказали, що в нас залишається мало хвилин, а хто ж фінансово вам ще допомагає? Тому що коли ви озвучили, що саме в період пандемії ви завозили продуктові набори, то я знаю, що це теж дуже сьогодні дороговартісне задоволення. Всегда были мои друзья. Только це ваш, только друзья, ваша бывает, безразличные люди, которые видят, что действительно есть проблема. То есть они видят, как мы это делаем, мы это развозим, мы это закупаем, все прозрачно. Мы выставляем и видеоотчеты, фотоотчеты, также чеки предоставляем, что вот мы действительно закупили. Мы также в этот же день сразу все развозим, чтобы люди получали все свежее, вот только вот оттуда и вот нате сюда. Все. И да, и были ну, люди, которые готовы были сами помогать. И были даже те, кто брал опеку под семьей, да, и им оказывала самостоятельно помощь. Они сами привозили. Были даже у моей знакомой Ксюши Лавриной, вы ее тоже знаете. Да, мы тоже добро знаем, потому она что она дуже часто очень... наша гостья эфирів. Да, она очень сильно мне помогала в этом, и мы вместе с ней это все тоже организовывали. И, кстати, она была инициатором того, чтобы брали люди опеку над такими вот семьями. И это работало, и это так классно было. Сейчас я практикую вот эту вот схему. В Киеве бровары у нас также есть. Ребята там развозят, наши житомирские, они развозят там помощь. Также у нас была возможность в Харькове чуть оказать помощь деткам. Это же все украинская организация выходит? Получается, да. Да, пока так. Так, ну и на завершение нашего спілкування. Коли ви даруєте, наприклад, якусь радість, провозите продукти, пригадайте, можливо, якусь таку фразу позитивну, яку вам сказали ці родини, можливо, дитина? Дети рисунки дарят. Они выходят с рисунками, у тебя глаза на мокром месте, и ты понимаешь, что это так круто. И этот рисунок, его ни у кого нету. И это такой эксклюзив, который есть только у тебя. А мамочки, вот у нас даже была мамочка одна, и есть, мы сейчас их ведем вот по художественной школе. И дело в том, что ее дети, все, что они рисуют, все, что они делают, они это продают. За счет этого они помогают своей семье. Вот. И эта мамочка, когда мы ей привезли продукты, она там, я шла от парковки, уже все, я ей вот отдала, мне еще там идти до машины, а она там кричала так, что ее там моя знакомая услышала, она говорит, это точно было, она там, я помолюсь за вас. Тобто дуже дякують. Ну що ж, говорили про те, що оздоровити дітей з малозабезпечених родин – це можливо, якщо кожен із нас не поп'є, можливо, сьогодні одну філіжаночку кави, а подарує саме діткам, які того потребують.